Всем, ребятки, привет. Вот уже целый день сегодня она строит гнездо. То ляжет, то встанет. Вот. Молоко я к ней не подхожу проверять. Начала ножками сучить немного. Вот. Перехаживает она. Полудня срок был вчера. Ну вот, сегодня она, я думаю, все случится. Риска с карамелькой поужинали и сидят. Пузики наели, поубирала у них, подстелила свеженькое. И здесь прямо возле калитки и спят. Да? Здесь у нас веселое семейство после ужина. Вот, немножко не доела, но я специально даю немножко больше, чтобы поросята лазили в корыто. Тут они не все здесь. Семеро, а где еще двое? Сегодня привезла вот такой прицепчик на мотоблоке. Соломы полной натоптала и заложила в тот домик. Это подготовить к Муськиному выходу. Ну, или Муся, или карамелька с ириской, кто-то там будет, чтоб солома уже была. Вот. Вот так вот. Вот, смотрите. Это не чистопородные поросята. Вот эта серая свиночка. Видите на ушке? Розовая мочка у нее. Пятно Веймана. И на том ушке. Копыта черные, пятачок черный. Кожа вокруг глаз, анального отверстия, сосочки. Все черное. По стандарту она соответствует породе. Но это не чистопородный поросенок. Вы сами видите, что вот это гибрид. Повторяю, что Дуська, мама их, это гибрид. Дуся, чего ты? Гибрид вьетнамца и мангалицы. Папа у них мангал и мангалица гибрид. Вот. Выходите, детки. Детки. Яблочки им сегодня тоже давала, кушали. И кукурузку видела, початки гоняли тут, зернышки скоблили. Дуся круги нарезает. Погода у нас сегодня пасмурная, было и солнце, вернее, облачно с прояснениями, но целый день выдержала без дождя. Оп! И у этого желтенького поросенка, который нюхает мамино ушко, тоже пятно Веймана есть.
опять стало. Но выделений пока никаких нету. Петля сухая, хоть и увеличенная. Вот. Он такой вот встанет, ляжет. Беспокоится. Волнуется. Так. Все надо переживать, перегрызть. Ну что, ребятки, я думаю, что... Я уже который день думаю, что на вот сегодня. В общем, время покажет, когда она решит опороситься. Ну, а нам ждать и не торопить.